Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья Николаевна Куницына. Я заведующая кафедры денежного обращения и кредита. Мы проводим Олимпиаду рынок ценных бумаг уже третий раз. И в этом году он у нас приобрел очень широкий масштаб, потому что принимают участие больше 350 студентов из всей страны. Три заочных этапа уже прошли, и сегодня к нам приехали 37 самых лучших студентов из всей страны. Вот, и мы надеемся, что это самые лучшие студенты. Мы очень благодарны брокер-центру Людмиле Васильевне Пустынниковой и Цирих Капитал Менеджменту за то, что они нам помогают в организации такого замечательного мероприятия. Мы можем увидеть цвет нашего студенчества со всей страны. Так, уважаемые коллеги, дорогие наши студенты, которые прошли через все тернии и преграды и которые смогли сегодня приехать на наше общее мероприятие. Мы сегодня проводим уже очный тур Всероссийской Олимпиады по рынку ценных бумаг, в которой вы вначале заочно принимали участие, теперь очно будете принимать участие. Учитывая, что все это стало возможным благодаря не только вот тем усилиям, которые прилагал наш Северо-Кавказский федеральный университет, но и благодаря тому, что у нас есть очень надежные партнеры, заинтересованные партнеры. Московская биржа, потом вот компания Цирих. Я хочу предоставить слово директору по развитию Старкову Владимиру Владимировичу. Пожалуйста. Я присутствую здесь второй раз. Мы в прошлом году проводили региональный конкурс. Мне очень рад видеть студентов, победителей прошлого конкурса, которые здесь присутствуют, прошлогодние олимпиады. И тогда вот родилась идея совместно, что почему бы не сделать эту олимпиаду всероссийской. Но исходя из того, что в принципе в нашей стране давно уже был провозглашен путь к превращению Москвы ведущую финансовую столицу мира. И, в принципе, кадры для этой будущей столицы, которая сейчас, правда, вот сейчас с этими условиями современными, медленно подтворяются, это вот вы. Я думаю, что победители, вот те на сегодняшний день, фактически каждый десятый, который победил в заочном туре, это уже люди, которые уже сделали некую шаг, некую победу в своей жизни, что вот они победили. И лучшая десятка, фактически из десяти, один лучший вот здесь присутствует и будет бороться за главные призы. Ну, чтобы не затягивать, я хотел бы, мы потом общение продолжим, я хотел бы на сегодняшний день наградить, один из конкурсов был, это конкурс профессионального трейдинга, то, что вы трудились независимо, каждый с компьютером, каждый день самостоятельно. Здесь мы знаем по жизненному опыту, и так как мы профессиональные участники, что в торговле не помогают ни советы, человек принимает решение, кнопку нажимает сам. Поэтому мы бы сейчас в преддверии вот этого основного конкурса хотели бы наградить победителей конкурса трейдинга, то, что у вас вы проводили. И сейчас мы наградим их грамотами и вручим скромные призы. Кстати, здесь, как я понимаю, двое победителей – это представители Северо-Кавказского университета. Спасибо. Так. Дипломом третьей степени награждается Назаров Тимур Владимирович. Ну, знакомый союз, я же говорю, все одним и тем же даем. Так. Дипломом второй степени награждается Клементьев Андрей Витальевич.
Вот, пожалуйста. Диплом, диплом. Диплом, диплом. Вот. Диплом. Фотоаппарат, диплом покажу второй степени. Главное улыбайтесь. И вот очень приятно, что победителем стала девушка. В торговых дисциплинах девушки у нас, ну, есть, конечно, только есть управляющие девушки, все. Но все-таки их так же, как в такой же пропорции, 1/10. А у вас, вашего университета, и девушка Островская Мария Евгеньевна. Ну еще просто красавица. Ну смотри, все придет. Вот тебе. Здесь совсем большой подарок. Да. Это вот профессиональный ноутбук. Поставишь, шикарно будешь торговать, будешь побеждать дальше. У нас сейчас будет маленький, у нас еще будут маленькие призы, у нас еще будет блиц-турнир, когда люди будут торговать в течение часа. Таким образом, вот биржа ММВБ проводила, по всей стране ездила, мы тоже участвовали с некоторыми филиалами, когда люди торгуют один час, и те, кто победит, там уж таких больших призов не будет, но небольшие сувенирные подарки будут. Так что, чтобы был стимул вам торговать, помимо того, что это самое. Если ты уже видишь, что ты не имеешь шансов победить во всем, то хотя бы вот здесь. Еще раз поздравляю, спасибо. Очень приятно. Ну что, у нас знакомые все лица, да? На третьем месте опять у нас кто? Хоть что-то зацепил? Конг. Блин! Похоже, но все-таки зацепился. Да, поздравляем с третьим местом. Да, там, да, это за то, что вот вы торговали сейчас в этом самом блиц-турнире. Он немножко посторонничал, правду сказал, но за третье место зацепился. Так что тебе твоим компьютером, который ты уже получал, накопитель. Хорошо, спасибо большое. Клипер, это у тебя этот самый. Пауэрбанк, не важно. Спасибо, спасибо большое. Так, за диплом второй степени, за блиц-турнир награждается Белокожина Ирина Романовна. Вот этот маленький презент будет служить вам верой и правдой. Ну и последний Кудрявцев Илья Олегович. Илья Олегович, я вас поздравляю. Победитель блиц-турнира, не удалось в большом турнире, но в маленьком, ну хоть так. Так что вам спасибо большое. Да. Да. Теперь мы переходим к общим награждениям. И у нас подарок от биржи. Вот его представитель. Мы будем награждать совместно. Это Давыдов Владимир Игоревич, диплом третьей степени. Так, диплом второй степени. Кузнецова Мария Викторовна. Поздравляю. Молодец, что-то тебе спасибо. И за первое место награждается Татьяна Никола, да, правильно? Да, да, Екатерина, да. Олеговна. Поздравляем. Да. Самая эмоциональная торговля, вот у нее. Да, представляю победительницу сегодняшнего конкурса, сегодняшней Олимпиады. Первый победитель Всероссийской Олимпиады, которая проходит у нас практически в России. Сейчас вот Артем возьмет у нее интервью. Давай. Да, привет, как зовут тебя? Расскажи, откуда ты и как вообще попала на это мероприятие, что выиграла?
Здравствуйте. Меня зовут Татьяникова Екатерина, я из Перми. В общем, вообще не знаю, случайно так моя руководительница сказала об этой Олимпиаде. Ну, мы решили попробовать, вообще ни на что не надеялись. Торговали, у нас не получалось, у нас был минус. В общем, уже вообще расстроились, и тут бац, прошла сюда. Ну ладно, поехали в Ставрополь. Вот, оказалось, тут у меня гос на носу, через 2 дня у меня госэкзамены. Я думаю, что я вообще тут делаю? И вот терраса, первое место, это очень вообще неожиданно было. Я очень благодарна вообще всем организаторам, так классно все организовали, и спасибо, что я победила. Удачи тебе сдать госы. Спасибо. Спасибо тебе.